Добрый день, дорогие любители цветов и гости канала. С вами Марина и мои цветочные друзья. Посмотрите, какая у нас уже весна. Это декоративный миндаль. Сейчас вот деревце уже распускает цветочки. И если не будет морозов, то у нас опять обещают их. То вот этот весь куст будет розовым от цветов. Недавние морозы у нас испугали наши растения, поэтому они еще вот держат почки, не раскрывают. Это гинго белоба. Почечки уже наклюнулись, но еще листики не распускаются. Внизу это молочай миртоносный, и он аллергеном является, то есть на него бывает аллергия, раздражение на коже. Это цветут прострелы, сейчас еще фиолетовый вам покажу. После того, как цветок облетает, остаются вот такие пушистые, как одуванчики, семенные коробочки. Растение выглядит декоративно весь сезон. Рано весной распускаются цветы, потом семенные коробочки такие интересные. И после того, когда семена осыпаются, все равно остается кустик с красивыми листьями. Прострелы у нас зимуют без укрытия. И в некоторых источниках я читала, что они любят притененные места. Вот с этим можно поспорить. Даже наше южное солнце они очень хорошо переносят. Тут ирисы и лилейники. Место тут низкое, и хотим их отсюда перенести. А вот здесь растет бумажное дерево. У него вот такие интересные пятнистые стволы. Бруссонетия называется. Очень красивый экзот с большими листьями. Интересными цветочками. Вот этот зеленый шарик — это овсяница готье. Она кажется нежной такой, на самом деле колючая. Вот я прикладываю ладонь, и у нее очень такие травинки вот эти колючие, твердые. Ой, смотрите, вот здесь, если я ее не засушу, сейчас поливаю, посажена сакура с темным листом. Весной только я ее купила. Она была без листьев, я даже засомневалась, сакура ли это. И женщина-продавец прямо клялась, божилась, что это сакура с темным листом. Ну, похоже, похоже. Это котовник. И у кота он вместо утреннего кофе. Он сюда подходит и листочки съедает. А летом спит прямо на котовнике. Это гипсофила. Огромный куст в миленьких-миленьких цветочках. Добавляют ее в букеты. А в саду рядом с гипсофилой красиво садить растения с крупными цветами. Например, рудбекию. Это очиток. Уже зацветают тюльпанчики.
оранжевой листвой. Это кольквиция. Но она решила, что если у нее красивые листья, то можно не цвести, я так думаю. Потому что еще ни разу я у нее не видела цветочков. Зеленым листом кольквиция цветет каждый год, а вот это с оранжевым. Только теоретически знаю, что это кольквиция. Практически цветов не видела. Это такой тюльпан. Ну, нарцисс. Как же весна без нарциссов? Соседи тут лают и кукарекают. Слышали? Или вам не слышно? Это пестролистная форзиция. Такая пестрота, ярко-желтая. Сейчас еще молодые листочки, плохо это видно. А рядышком такой оранжевый пузыреплодник. Даже красный. Тут хвойники. Это можжевельники. Ну, можжевельники достаточно крупные уже разрослись. Подруга моя хочет их подстричь. Это продается тоже как сакура. На самом деле это слива железистая. Вообще под названием сакура продаются и вишня мелкопильчатая, и слива железистая, и миндаль декоративный. Вот это слива железистая. Рядышком тут магония подуболистная цветет. С красными стеблями это дёрен. И рядом еще одна магония. Она страшно колючая. Я даже порывалась ее изничтожить. Боялась, что кто-нибудь серьезно поранит руку. Вырубила ее под корень. Каюсь. Но она вот опять отросла. И ладно, оставила я ее в покое, потому что растет она так на отшибе. В принципе, никому не мешает. Вот это берючина и старые листья. Она зимует с листьями, потом старые листья опадают, а новые вырастают. Вот это новая зелень. Вот тут такой красивый очаточек пестренький. Это вот стрикта виднеется. Такая ошибка, когда только первые деревья кустарники садились в саду. Это айва. То все делалось визуально, на глаз. Грубейшая ошибка, надо читать. Стрикту покупали совсем маленькой, поэтому не представляли, какая она со временем станет огромная. И вот сейчас она мешает жить дерену кроваво-красному.
А дёрен — это вообще такое очень редкое растение, вернее, достаточно редкое растение, очень красивое. Сейчас еще это листочки не видно. Он весь такой сжатый, стеганый. И смотрится такой колонной. Вот получается, мешают друг другу. Вот эти ежики — это овсяница сизая. Вот улитка. Видите, это уже не улитка, это домик от улитки. То есть уже выросла, пошла переодеваться. Эту травку не знаю, как называется. Цветет белыми цветочками, очень нарядно. Спиреи пока только-только распускают листики. Спиреи есть весеннего цветения и летнего цветения. Причем ранне-весеннего, поздне-весеннего. Сейчас покажу вам спирею раннего цветения. Вот она. Душистая ароматная спирея ранне-весеннего цветения. Название не знаю, к сожалению. На дне черешня. Тоже уже цветет. Жалко будет, если морозом ее побьют. Вот это василисник. Василисники очень красиво растут и цветут в саду. Ну, это такой стелющийся можжевельник. И тут растет магнолия, но вот первые цветы магнолии морозы испортили. И сейчас опять нам пришло предупреждение, что ожидаются заморозки до -5. Просто жалко магнолию. Боюсь, что замерзнут цветочки. Дерево не замерзнет, зимой это оно хорошо, а вот цветочки могут замерзнуть. Это мускарики. Это декоративный мак. Он очень красивый. Огромнейшие кусты. Когда расцветут, обязательно вам покажу. На этом все. Пока. До новых встреч.